Творческие ответы. Мы начинаем. Добрый вечер, спасибо. Почему мы здесь сегодня собрались? Выход моего второго альбома, который называется «Небесный герой». Альбом создавался на протяжении 3 лет, в который вошли песни на крымском, татарском, моем родном языке, на русском, на украинском, в котором, конечно, моя душа и все мысли и песни, которые в этом альбоме, отражают то, что, в принципе, я вижу, чувствую и едут. Творческая команда, Сергей Шахно, постановщик, хореограф и руководитель балета «Three Art Group». Александр Ермолович, барабанщик. Сегодня вы услышите, как он на перкуссии, на джемике будет играть. Диалер Чебанов, который создавал эту красоту фотосессии «Образ чайки», да, совместный, вот у нас такой красивый получился. Эльвира Усманова, автор, дизайнер. Безусловно, моя позиция, гражданская позиция, конечно же, я за свободу, за дух людей, которые верят в свободу действий, в свободу мыслей. Конечно же, против насильства, против каких-либо... Но опять-таки, я сейчас не хочу углубляться в детали и подробно поднимать действительно дух и своими песнями через слово, через музыку. Да, звали, я думаю, что просто в тот день у меня немножечко были еще проблемы с голосом, но я думаю, что я обязательно буду, я всегда с народом, я с 5 лет с народом, и никогда не пела за какую-либо партию. Вот если душа мне подсказывала выйти и спеть к людям, я это делала. Уже слышал эту песню, представляет свой образ героя. Для кого-то это родной близкий человек, любимый человек, для кого-то это родной отец, для кого-то это брат, для кого-то человек, которого может уже нет, но всем сердцем человек живет этим человеком. Поэтому вот сегодня, надеюсь, вы, услышав эту песню, для вас образ небесного героя сложится свой. Для меня это Всевышний. И я надеюсь, что в образе моего любимого будущего избранника будут черты, чтобы я могла так спрятаться и ощутить себя нежной, хрупкой, восточной девушкой. Мы желаем вам этого. Спасибо большое. Спасибо. Две песни о любви к матери, потому что именно любовь мамы, наверное, всегда предана и всегда щедра. И всегда терпелива, я бы так сказала. «Она на береге» — это 7-й трек песни. Каждая песня для меня дорога. Вот. А началось все с Евровидения. Национальный отбор 2009, конкурс Евровидения. Я стала в тот год поехала Светлана Лобода, но было очень приятно ощутить такую поддержку Украины. Оказаться на 4-м результате по общему голосованию было приятно. Это дало стимул, наверное, да, идти вперед, записывать альбомы. Вот. В планах сейчас съемка видеоклипа. Ольга сказала, что там это видеоролики есть детства, но на песню «Небесный герой» мы планируем снять клип. Это вот следующий этап перед концертом. Здорово, Украина к нам залетала! Точно, точно. Точно. Мы за здоровую Украину. Да за нее. Ну, честно говоря, конечно, я просто хотел бы тебя поздравить, потому что это реально весомый вклад в украинскую культуру, в татарскую украинскую культуру. А я помню, как Микола Янович обещал тебе театр построить. Я очень удивлен, что он до сих пор не построил его. Все часто обещают, думала, выполнить. Ну, ты точно не построил, да? Нет. Он меня раз... Мы после этого с ним не общались, и я и до этого с ним не общалась. Он меня разочаровал, честно. Театра нет, ничего нет. Экономика развалена. Ну, не важно. Я хотел бы спросить, нет ли у тебя желания и возможности написать какой-то молодежный гимн, какой-то такой, чтобы наша молодежь заводилась? Вот. А если у тебя вдруг есть такое желание, то хотелось бы узнать, допустим, какой-то срок. Почему? Потому что мне вот Гайтана пообещала 3 года назад, и каждый год говорит, что уже дописывает, уже аранжировочку осталось чуть-чуть. Вот через пару месяцев будет ровно 3 года. Вот поэтому и хотел спросить. Я за. Вот правильно только что перед моим выходом ведущий наш Руслан сказал о том, что я творческий человек,
и всегда в поиске творческом. И это нормально, я думаю, если ты уже приземлился, то ты уже не можешь летать. Поэтому всегда нужно быть в полете, в процессе. А насчет молодежного гимна я только за, осталось подумать, в каком русле, направлении кто будет автором. Может быть, текст сама напишу, потому что вот одна из песен «Умею летать», опять-таки, да, вот сегодня вы ее услышите, она призывает быть сильной, лететь выше, лететь дальше. И несмотря на то, что как бы крылышки не пытались где-то кто-то обрезать, все равно расправлять и лететь в любви. А насчет гимна подумаем. Я запомнила и надеюсь, обещание 3 года ждать не будет. Все, договорились. Спасибо тебе. Спасибо, селям алейкум! Майда кызлар, бунна сечет мне на ума. Приятно сегодня всех вас видеть и чувствовать. Прикрывая след от моих окон, страшных снов. Золото в речей, и когда-нибудь мне искренней, без любви твоей. Здорово, Украина! Здравствуйте, Лена, расскажите. А небесный герой – это выдуманный персонаж или все-таки это какой-то реальный человек для вас? Это Всевышний. В его облике тот небесный герой, который в результате будет со мной, разделять со мной радости и разные ситуации в жизни, да, любимый человек, я бы так назвала. Я думаю, что он в скором времени уже появится, вот, с помощью Всевышнего. Я верю в это. Конечно, мы творческие люди, мы часто влюбчивы, но все-таки пока еще нет со мной того человека. Я думаю, что я это почувствую. Я никогда не тороплю события и верю, что всему свое время.